Торгово-промышленная палата Украины совместно с международными инвесторами разыскивает перспективные стартапы. От 20 тысяч до 2 миллионов гривен дадут тем, кто предложит лучший бизнес-проект. На встречу знакомства 3 декабря приехали общественники, руководитель Международного института менеджмента Богдана Гаврилишин и президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский. По его мнению, развитие бизнеса тормозится из-за коррупции, а борьба с ней идет очень медленно. За 2 года Украина показала минимальное улучшение своих показателей. Было 144-е место по коррупции. Зараз 142-е місце. Майже не зрушились ми за ці 2 роки. Майже 50% бізнесу до цього часу знаходиться в тіні. Все условия возможного финансирования пока держат в тайне, но точно известно одно – в приоритете вынужденные переселенцы – предприниматели из Крыма и Донбасса. Глава крымской диаспоры Анатолий Засоба считает, что сейчас можно говорить о новой волне внутренней миграции из-за блэкаута. Выезжают молодые, образованные и амбициозные люди. Он отмечает, что им зачастую нужно не так много денег на развитие своего бизнеса. По нашему опыту, даже начиная с 10 тысяч гривен, люди могут найти для себя какое-то занятие и начать свое небольшое дело. Но в среднем 50-100 тысяч гривен – совершенно небольшие деньги для того, чтобы создать вот такое рабочее место для предпринимателя, который обладает какими-то навыками и может начинать уже зарабатывать. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в проекте на 2-дневный семинар 19 и 20 декабря. По его окончанию лучшие проекты будут участвовать в конкурсном отборе.